Не могу понять, то ли его сбили, потому что тут кровь, и вот он сидит у него, с морды кровь течет. Я даже не знаю, куда, блин, обратиться-то. Бедняжка. Или его пнул кто-то по морде. Эти кукольчики выписали ставить. Блин, не могу открутить. Лежечку. Это амоксициллин с клавановой кислотой. Вот выписали ему каждый день. Нужно препарат этот купить. Амоксициллин с клавановой кислотой для внутривенного введения. Вот травма была с правой части, у него вот видно глаз. Сейчас я покажу глаз. Котик, подожди, давай мы тебе достанем кукольчик. Вот, у него глаз, ну там просто глазами, грубо говоря, там зрачок, он весь кожился. Корм рекавери. Вот. Вот так вот мы делаем. С водой немножко разбавляем. Сейчас я салфетку возьму. Кормить нужно взять за шкирку немножко и чуть-чуть ему пирожку вдавливать туда. Вот так вот он ест. Вот, сейчас он проглотит. У него, в общем, правая часть вся полностью раздроблена, весь череп. Вот. И если его вот так не держать, голову вниз, у него вся еда обратно вытекает. Давай, котик, давай сюда. Я прям подальше туда стараюсь засунуть шприц, чтобы он прям выдавить. И так мы его кормим. Вот. То есть вот в день он баночку рекавери должен съесть хотя бы. Потому что другой корм он не ест. Посадили мы его в клетку к Зимушке. Забрали кота из клиники, потому что очень дорого в клинике. Ну и мы не накопили деньги на стационар. К сожалению, как-то не получилось накопить. Поэтому лечение все нам выписали на дом. Вот, и мы его кормим дома и лечим дома. Также обезболивающее ставим. Ну вот. Сейчас, когда его состояние полностью стабилизируется, мы пойдем к офтальмологу по поводу глазика, потому что, ну, что-то явно надо с глазом делать. Там просто нет зрачка, он весь раз как-то растворился. Вот. Глаз увеличен слегка, и также присутствует отек головы у него. Отек мы также снимаем димедрол и анальгин. Вот, и противоотечное ставим, то есть мочегонку. Вот, и дополнительно еще на инфузии. Потому что воду он тоже сам не пьет. Пока он жует, пускай. Да. Так он, видишь, оно у него обратно все вылетает. Вот. Язык не слушается. Да, у него. Но у него полностью правая часть. Вот я тут когда пыталась так взять за голову покормить. А, левый глаз более-менее отошел, но все равно зрачок широкий. То есть он им плохо видит. А правый глаз у нас вообще не видит, и там внутри зрачка нет. То есть зрачок раскололся на несколько сегментов, как будто вот, ну, у меня такое ощущение, как будто вот хрусталик там лопнул, просто его нет. Мне вообще подозрение, что кот слепой, потому что у него зрачок на свет вообще не реагирует, кстати. Он у него на свет не реагирует. Да? Да, походу. Да, вот, вот который зрачок у него широкий, он у него на свет не реагирует, потому что он, видишь, он смотрит на свет, а зрачок не сужается, то есть котик слепой остался. Вот. Мы его поселили в клеточку, напомню, к Зимушке. Вот она, наша Зимушка. Зимушку, напомню, тоже нашел на трассе мужчина. Ее бросили в переноске хозяева. Вот. И котик сейчас лежит вот в плюшке, которую также с Зимушкой нашли на трассе. Вот. Надо свою плюшку. Да. Ну, она пока в домике сидит. Вот. Так вот мы, значит, кормим его из шприца. Вот, продолжаем кормить, ставить антибиотики, обработка вот ранки. У него из носа течет кровь. Вот, и скорее всего, что котик просто останется слепым. Пока вот котик так. Котик мой, привет! Котик! Толик мой, привет! Толик, привет, мой Толик! Толик мой, Толик, привет! Вот они лапочки заходили ходуном. Толик мой, Толик! Вот.
Вот так, да, делаем. Толик мой. Котик мой. Вот он, котик мой. Толик, мальчик мой. Он поправился у нас. Он поправился у нас, Толик. Котик мой. Ну, малек мой, малек. Вот он. Мальчик мой. Давай мы тебе сейчас откроем. Покажем тебя. Вот такой у нас Толик стал. Посмотрите. Красавчик, рыжик такой, котик. Вот, он у нас живет в клеточке. В этой клеточке раньше жили котятки с Ярового. Также в этой клеточке жила кошка Зимушка. И сейчас здесь живет Толик. Вот, у нас еще вот такие вон котяточки тоже в клетке живут. Наполнитель весь там уже рассыпали, да? Сейчас убираться будем у всех. У Толика мы уже порядок навели. Вот, значит, напоминаем, что у Толика была сильнейшая черепно-мозговая травма, в результате чего котик ослеп на один глаз. Вот видно, у него зрачка там даже нет. Вот. И второй зрачок у него широкий. То есть он как бы видит, но он видит не так, как видят коты. И у него зрачок не сужается. Вот. То есть он что-то видит, но не так, как вот обычные котики. Ну, полуслепой, можно сказать. Вот. Но он отлично ориентируется по запаху. То есть он видит немножко свет, немножко какие-то, может быть, силуэты видит, но не четко. Ну вот вы видите, что вот он на меня смотрит, и он видит, то есть он смотрит с интересом. Да, котей? Вот он смотрит с интересом, то есть за моей рукой следит. А, очень много было, конечно, людей, которые говорили, что нам его нужно было усыпить, но мы не занимаемся такими вещами, мы животных лечим, спасаем. И находим их для того, чтобы лечить, но ни в коем случае не для того, чтобы убивать, усыплять и так далее. Вот. В данный момент котик у нас прошел полный курс лечения антибиотиками. У него полностью раздроблены все кости челюсти были. А кость головы вот с этой стороны раздроблена. Вот видно, что вот у него с этой стороны была травма. Ухо у него немножко деформировано из-за этого. Вот, дальше мы... Здесь вот была травма, вот здесь вот шерсти у него нет, и как бы примята. Что случилось, непонятно, но, скорее всего, какой-то был сильнейший удар по голове и вот по вот этому месту. Ну вот, он ходит, кушает, и нам очень сильно нужен вот такой корм. Цена на него сейчас бешеная в связи с этими санкциями, с подорожанием, в принципе, всех товаров. Цена бешеная на этот корм. И если найдутся люди, которые захотят спонсировать, мы будем очень благодарны. У нас вот есть упаковка этого корма, мы купили. Но в день он съедает 2 баночки. Ну, стараемся экономить. Например, даем влажник, паштет и такой корм. Но дело все в том, что влажники он почему-то вот как бы не ест. А влажный корм кусочками вообще не ест. То есть не получается, потому что у него нет зубов. Покажи. Вот, у него, видите, зубов нет. Все, зубы у него все... Либо выпали, либо выбиты, непонятно. Поэтому котик только паштет кушает. Жевать он не может. Зубов у него вообще практически нет. Коренных тоже нет. Поэтому будем очень рады помощи вот на закупку такого корма. Также нужны впитывающие пеленки, потому что он лоточек как бы ходит через раз. Вот, но ходит, но через раз. То есть вот сегодня, например, он наделал прямо сюда. И пеленки, конечно, нам нужны, потому что вот он наделал и сидел в своем собственном, как говорится, в своей собственной моче. Поэтому пеленочки ему нужно стелить обязательно. Вот, корм, значит, у нас паштет рекавери. Пока ему такой прописали корм, потому что котик очень худой, истощенный был. Он долгое время не кушал, мы его кормили шприцем. Котик, котей, котей мой, котей, вот он мой зайчик. Котик мой, котик, вот он мой зайчик. Вот я поправился. Спасибо большое всем, кто помог лечить. Ой, конечно, лечить сложно было, конечно, долго, тяжело, шансов нам никто не давал. Но мы, видите, какие молодцы. Мы никогда не слушаем шансы. Мы просто лечим и делаем все, что от нас возможное. Мы, конечно, сами много его выхаживали. Мы его целый месяц кормили шприца по нескольку раз в день, потому что он сам не кушал. Сейчас он немножечко начал кушать, прям совсем по чуть-чуть, но ему еще больно.